Станция обезжелезивания, являющаяся одним из юбилейных объектов областного центра, вновь находится в ожидании подрядчика. Напомним, после подведения итогов заседания конкурсной комиссии в конце июля победителем стала компания «Мособлстрой». Однако, несмотря на это, договор заключен не был. 11 августа был последний срок, когда Мособлстрой должен был заключить с нами контракт и предоставить банковскую гарантию. К сожалению, контракт был подписан, но банковская гарантия не представлена. В связи с этим 12 числа мы обратились в ФАС, подали документы о признании или непризнании этого подрядчика включения в список недобросовестных поставщиков. После чего администрация города и заказчик работ Управления капитального строительства направили обращение другому участнику конкурса. Претендентом на этот раз стала компания из города Чехов, которая в настоящий момент уже ведет строительство объектов в нашем регионе. ВСУ 433, который у нас сейчас строит садик на Ботанике. В настоящий момент ВСУ рассматривает это предложение, оценивает свои возможности, финансовые ресурсы. Поэтому я надеюсь, что сегодня крайний срок понедельник, мы ждем от него решения.